Здравствуйте, в эфире программа «Маслихат». У нас в гостях Эктова Ирина Андреевна, депутат областного маслихата, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, спортсмен, инструктор Национального олимпийского комитета Республики Казахстан. Спасибо, что пришли к нам. Как поживаете? Добрый день. Поживаем мы хорошо. Тренируемся. Занимаемся новой для меня деятельностью. Мы, в принципе, следуем всем традициям спортсменов, потому что многие спортсмены после завершения карьеры начинают искать себя в чем-то новом. Так получилось, что я еще, как сказать, на стадии спортивной карьеры, я уже начинаю для себя открывать выбирать, новое. Да, открывать новое, выбирать свой следующий путь. Да, Ирина Андреевна, вот расскажите, всегда ли спорт вас поглощал 100%, вот уходили с головой, или успевали все-таки уделить внимание другим сферам, следили за общественными новостями, за политическими какими-то нововведениями? Ну, еще начиная, наверное, со школьного возраста, я была таким ярым фанатиком спорта. Я отсутствовала на всех школьных мероприятиях, на всех выпускных, даже на экзаменах каких-то государственных, потому что я просто отдавала себя спорту. Но в процессе спортивной жизни получается так, что мы часто принимаем участие во многих мероприятиях, и, следовательно, появляются новые знакомые, новые люди вообще в жизни, которые далее нас куда-то приглашают, с кем-то знакомят. И так получилось, что как раз вот в карантинный период я попала в партию «Нур Отан», приняла участие в очень важной такой акции «Безбергемс». И, наверное, вот это вот очень меня захватило, мне это стало очень интересно, у меня прям глаза горели, мне вот хотелось прям там находиться, потому что там настолько интересные люди, настолько они вот просто фанаты своего дела. И вот я заразилась их энергетикой, и вот, наверное, вот это вот сподвигло меня сделать такой новый шаг, такую новую, наверное, вообще стезю, потому что, в принципе, я с политикой ранее никогда не сталкивалась нигде. А я вы пополнили ряды партийцев? Вы член партии «Нур Отан»? Конечно, я с лета прошлого года член партии «Нур Отан». Угу. Депутатская деятельность. Как вы пришли к этому? Самостоятельно или кто-то подтолкнул вас даже к мысли стать депутатом? Как это было? Ну, наверное, более подтолкнули меня, потому что даже мои друзья, когда я решила принимать участие в праймерис, говорили: «Да нет, это так, все на бумаге, ты туда не пройдешь». Туда проходят люди-бизнесмены, люди со связями. Я говорю: ну хорошо, ну попробуем, нас же никто ни к чему не принуждает. Мы решили попробовать. А так как многие люди меня знали, и я так думаю, благодаря вот этому, и отдали за меня голоса, я вот оказалась в членах не только партии «Нур Отан», но и депутатом. Ваши личные цели, для чего вам это было нужно? Преодолеть новый там барьер, еще одна ступенька к пьедесталу, расширить свой кругозор. Вот какие мотивы у вас были? Ну, кругозор, я согласна, но еще, наверное, доказать не только себе, но и другим, что спортсмены – это не только те, которые только умеют там бегать, либо прыгать, да, либо бороться. Они еще люди, как говорится, с головой, и мы также все видим, также все осознаем, также стремимся к чему-то другому. Я просто хотела доказать, что я действительно способна не только бегать и прыгать. И вот вы депутат 7-го созыва. Почти год прошел. Расскажите о ваших ощущениях, что сделано, что предстоит. Ну, в самом начале, когда только получили мы документы, получили значки, конечно, была такая эйфория. Многие коллеги мне говорили: ничего, ты там отсидись сейчас, ну как образно, да, посмотри, привыкнешь, потому что у меня был такой страх. Скажи что-то новое, как себя вести, что говорить. Я много чего не понимала. Ничего, все научишься, они говорили. Годик пройдет, ты втянешься. Но у меня не получилось так, что я год села, ножки свесила, так болтала. Ты просто наблюдала. Нет, у меня так не получилось. Но я, в принципе, не такой человек. Я как-то сразу влилась. Пошла, да. Мне многие говорят: куда, зачем? Ну, опять же, многие в плане друзья, не депутаты, не коллеги. Конечно, все коллеги-депутаты, они поддерживают, потому что они сами очень активные, очень стремительные люди. Если они за что-то берутся, им нужно доказать, что я не просто там человек, какой-то бизнесмен, я могу чем-то помочь. Естественно, мне хотелось тоже что-то где-то выделить, что-то где-то помочь, куда-то прийти, когда какие-то мероприятия, либо какие-то выезды. Я всегда: я. Можно я?
Ну, как бы меня поддерживали. На примере, вот. Чем особенно гордитесь? Почти год прошел. Что помогли сделать? Может быть, прием граждан к вам обратились, и вы помогли решить эту проблему? Ну, по приему граждан тоже. Для начала это были такие стрессовые как приемные часы, потому что могла прийти бабушка и попросить, например, чтобы ей разморозили колонку, а я понятия не имела, как это все делать. Я стеснялась у кого-то спросить, я переживала. Я же должна что-то ей ответить. Все, потом со временем я понимаю, что это можно позвонить также в службу, представиться, спросить ситуацию, почему вот не разморозили эту колонку, почему бабушка там зимой не может набрать воду, да? Она ходит там за 200 метров за водой, так же не должно быть. Тут же быстро, оказывается, все решается. Вот. Интересные были вопросы по установлению воркаут-площадок. Также обратилась девушка и сказала, что в нашем поселке... Это вам близко, это вы понимаете, да, спорт. Да. В нашем поселке очень много детей. И мы бы хотели, чтобы у нас, возможно, поставили детские площадки, либо вот воркаут, вот эти стрит-площадки. Так, я так задумалась, так, давайте попробуем. Мы начали отправлять депутатские запросы, туда выехала комиссия, осмотрелась территорию, дали заключение, что да, здесь действительно можно установить, что и действительно детей много, что граждан много. Все, процесс запущен, девушка встала в очередь, и она ждет своего времени, своего часа, чтобы там облагородили, как говорится, их территорию. Были такие, конечно, моменты, где не удавалось полностью завершить начатые дела именно по запросам, но они в процессе. Я знаю, что они идут, мы смотрим, я наблюдаю, конечно, всем не бывает. Так что мы отправили куда-то запрос, и я на этом закрыла все, спрятала эту бумагу. Нет, мне всегда интересно, я всегда отслеживаю, что, чем все закончится. Так что, как говорится, мне это очень близко, мне это очень интересно. И это правильно, да, отслеживать. Ирина, помимо того, что вы депутат 7-го созыва, наверняка у вас еще есть дополнительная партийная деятельность. Но каждый состоит в какой-то комиссии, да? Есть ли у вас такая комиссия? Да, у нас есть 3 основные комиссии. И одна из них – это комиссия по вопросам охраны здоровья населения, его социальной защиты, образования, культуры и делам молодежи. И как раз эту комиссию я возглавляю. У нас очень много интересных вопросов, над которыми мы работаем. И я надеюсь, что по истечению как раз этого года у нас будут хорошие результаты, мы обязательно ими поделимся. Изменилось ли у вас мнение о партии «Нур Отан»? Вот познакомились поближе, может быть, особенно понравились вам или считаете перспективными какие-то программы, какие-то доктрины, как считаете, помогает ли партия народу? Конечно, у меня не то, что изменилось, у меня в принципе появилось мнение. Я всегда нейтрально относилась к любой партии, потому что, во-первых, раньше я была, не голосовала, потому что была там, когда подростком. Потом, когда стали повзрослее, очень часто уезжали на соревнования, когда проходили выборы. И, к сожалению, тогда же не было того цифровой вот этой вот всей программы, когда мы можем через интернет все отдать свои голоса. Позже, когда я стала интересоваться, мне же интересно, почему листовки кому-то приходят на выборы, а мне не приходят. Оказывается, я по одному адресу прописана, например, у мамы, а проживаю в своей квартире. Я задумалась, так, почему мне не приходят? Мне прям принципиально было, чтобы мне пришла бумага. Я хочу тоже отдать свой голос. И после того, как я попала вообще в партию, мне, конечно, стало интересно. Я понимаю, что, оказывается, партия действительно, она не просто говорит, она действительно делает. И многие друзья мои стали менять свои мнения. И я очень рада, по крайней мере, то, что мой круг, действительно, он познакомился с партией, и он стал по-другому относиться к ней. То есть вы убеждаете, вы просвещаете? Обязательно. Я даже не то, что убеждаю, я просто рассказываю. Вот, по крайней мере, все мои спортсмены 100% сейчас хорошего, не то, что даже хорошего мнения, а им видят всю работу партии. Потому что даже когда была агитационная программа, мы привлекали своих ребят, я привлекала, чтобы они где-то участвовали в роликах со мной, снимались, где-то какие-то листочки мы раздавали вместе. Им это тоже было интересно. И вот после этого они стали тоже интересоваться. Хорошо. Депутатский корпус 7-го созыва, такой обновленный состав. Много женщин, много молодежи, много людей, там, представителей другой профессии. Поделитесь впечатлениями об этом депутатском корпусе. Может, можете выделить кого-то из своих коллег? Знаете, я на всех
коллег, депутатов, смотрела прямо так вот, знаете, вот, с открытыми глазами. Мне было очень интересно, потому что, в принципе, многих людей я знала, но по фамилии только. То есть где-то видела в СМИ, где-то вот по телевизору показывали, где-то молоко покупала, ну и так далее. Когда ты с ними знакомишься лично, ты понимаешь, что это люди такие же, как и все. Как и моя соседка, как и моя учительница, как и мой тренер. Мы все люди, мы все одинаковы. Просто некоторые на диване обсуждают, а некоторые приходят в зал, высказывают свою точку зрения и делают все возможное, чтобы жизнь действительно, жизнь людей стала лучше. Вот. Кого-то выделять я бы не хотела, но могу единственное сказать, что мне очень рада, я очень рада, что именно в 7-м созыве есть коллеги не только, вот как сейчас коллеги по депутатству, а именно коллеги по спорту. Как семья относится к вашей депутатской деятельности? Ну, наверняка это больше времени вы затрачиваете на работу. То был только спорт, теперь и спорт, и политика. Ревнуют ли они, не хватает или поддерживают? Нет, они поддерживают. Они гордятся мной, потому что, как я уже повторюсь, что многие не верили, наверное. А сейчас они с гордостью рассказывают, что мама депутат, или дочь депутат, или жена депутат. Я думаю, им тоже самим приятно, и они во всем поддерживают. Я уверена, моя семья вообще мною гордится, именно вот то, что я связала свою дальнейшую жизнь именно с этим. Поделитесь планами, как спортивными, так и политическими. Ну, могу поделиться спортивными планами на будущий год. У нас в этом году запланирован чемпионат Азии. Он будет впервые проходить в Казахстане. Мы очень этого давно ждали. В прошлом году построился замечательный центр легкоатлетический в городе Нур-Султан. Там все современное, все дорожки, весь инвентарь. При этом комплексе также расположена гостиница для спортсменов, что это очень все компактно, очень уютно. Сейчас мы только что прошли, вот буквально несколько дней назад закончился у нас сбор. Мы посмотрели, мы потренировались на этом объекте. Это вот действительно объект, который, я уверена, принесет очень много медалей и очень много побед нашим казахстанским атлетам. И вот в первую очередь мы, конечно, готовимся туда. Также будущий год нас ждет чемпионат мира по легкой атлетике. Я тоже туда буду стараться готовиться. Удачи вам. Что с политикой? Какие-то крупные заседания, может быть, рассмотрение законов? Ну, по политической части я хотела бы сказать, вот выделить тот проект, на котором я сейчас работаю. Он тесно связан со спортом. В нашем регионе давно уже нету спортивного диспансера. И это такая очень большая проблема для спортсменов именно, что нам приходится профессионалам выезжать для медосмотров в город Алматы, а деткам, которые помладше, они сидят в очередях, чтобы пройти полное медобследование, чтобы их допустили к спортивным тренировкам. И вообще практически в каждой области, в каждом городе есть такой объект. Я надеюсь, что мы возродим, потому что у нас ранее был очень хороший. Ну, вот, как говорится, со временем его не стало, потому что за нерентабельностью, наверное, неактуальностью. Но сейчас мы вышли на тот уровень, когда мы все-таки, я надеюсь, что завершим начатое, и у нас откроют свои двери. Проект. Столько дворцов спорта строится, столько объектов, действительно, такое учреждение должно быть. И вообще людей, которые систематически занимаются спортом. Так что я уверена, что именно такой объект нам нужен. Приближается Новый год. Есть ли у вас пожелания североказахстанцам, коллегам по депутатскому корпусу? У меня есть пожелания не только к депутатам, но и ко всем жителям Североказахстанской области. Я бы хотела пожелать такое непростое для нас, для всех время, крепкого здоровья, чтобы ваши семьи были здоровы, чтобы у вас было в семьях благополучие, достаток, уверенность в завтрашнем дне. Я уверена, именно с партией Нур-Отан у нас светлое будущее. Спасибо, Ирина, вам за интересную беседу. Удачи вам, новых побед, новых свершений. Ну а на этом наша программа подошла к концу. До новых встреч!